Водоесіс зріс попит на адмінпослуги. Найпопулярніші – реєстрація місця проживання, оформлення біометричних паспортів і привласнення кадастрових номерів. Проте водночас зростають і черги. У профільному департаменті пояснюються браком кадрів і тим, що через юридичну лазівку в одну квартиру можуть прописувати по декілька сотень людей. Не хватает администраторов для того, чтобы удовлетворить этот спрос. У нас естественным образом, совершенно, к сожалению, природным, но не положительным, появляются люди, которые пытаются на этом паразитировать. У нас вот здесь есть квартиры, в которых зарегистрированы по 600 человек. Владельцы этих квартир, либо их представители, они с утра до вечера у нас в ЦНАПе, они любят вот подойти и сказать, а мне надо 15 человек снять с регистрации по договорам найма. Ну, чтобы вы понимали, 15 человек снять с регистрации – это один рабочий день одного администратора. То есть одесситы паразитичней уже не попадают к этому администратору. И, как, ну, естественно, у нас нет, к сожалению, или там, к счастью, ну, в общем, у нас нет оснований юридических отказывать в таких обращениях. Наразі до запуску готується проект «Е-малятко». Електронний сервіс дозволить батькам отримати 10 базових послуг, пов'язаних з народженням малюка, заповнивши лише одну заяву. Ми хочемо, щоб в Одесі проект «Е-малятко» працював 7 днів в неділю, для того, щоб максимальне кількість мамочек могли використовуватися цим сервісом. И во всех роддомах. Начнем мы с 1, 5, 7 из областного роддома по степени готовности РАГСов.